Всем приветик! Сегодня мы с Домовенком покажем вам простыню из Икеи. Простыня называется Бускмара. Я взяла размер вот такой, 150 на 220, но они бывали еще и двухместные. Вот это одноместная простыня, но она тоже как бы большая. В принципе, ее на многие кровати можно использовать на двухместные. Вот, давайте ее откроем. Это 100% хлопок. На руку ничего не будем делать. Сейчас откроем. Я всегда думала, можно ли использовать простыни купленные. И я узнала, что они готовы к использованию, условно говоря, то есть они чистые, их не нужно, ну, если они так вот упакованы в индивидуальную упаковку, то это означает, что они чистые, их можно не стирать. Вот, я раньше не знала, тоже думала, стирать их или не стирать. Вот такой хлопок, кстати, хорошего качества, плотный достаточно. Такой не просвечивает, да. Я однажды в Ашане купила простыню. Она была просто прозрачная, совсем тоненькая-тоненькая. Такое ощущение было, что она порвется прямо сейчас. Вот что написано, давайте посмотрим. Сделано в России, кстати, да, прикол. Можно стирать в машинке, в горячей воде, 60 градусов. Вот. Ну что, отличная вещь. Сейчас я немножко расправлю и вам покажу размер. Она так завернута, что, в общем, сложно мне будет вам показать. Она завернута таким жгутиком, видите? Так. Ну так, можете посмотреть. Кстати, на подушке у меня тоже наволочка из Икеи, очень хорошая, мне понравилась. Зеленая, продавала сразу по две штуки. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Всем пока.